кандидатов в депутаты городского совета, которых мы будем избирать 8 сентября. Я Сергей Ким и с удовольствием представляю вам гостя моего сегодняшнего в студии Юрий Константинович Абакумов, хорошо известный многим красноярцам, и мы по-доброму знакомы, поэтому я надеюсь на серьезный сегодня интересный разговор. Юрий Константинович, давайте выясним прежде всего, кто из красноярцев будет голосовать за вас непосредственно. Жители Правобережья, 7-й округ. Это от Роева ручья до практически Затонской улицы, по ту сторону железной дороги. Вот тот, что между Свердловской и горами зажат. Вот это вот мои это избиратели. Примерно половина Свердловского района. Нет, чуть меньше, я полагаю, процентов 35-36 Свердловского района. Есть у него какая-то особенность в Красноярске, у вашего округа? Да, особенностей много. Ну, первая особенность, что там примыкают к нему горы, примыкают столбы. Особенностью этого района является его, так скажем, вытянутость, зажатость между горами. Особенностью этого района является то, что там сейчас будет серьезная инфраструктурная составляющая, мост туда. Угу. Он повлечет за собой многие перестройки и по-новому несколько изменится жизнь. А других особенностей нет. Угу. Если вот там, такую логику мы сохраним, сначала округ, потом город, потом, может быть, то, что вы идете от партии, все-таки вы представлены от регионального отделения партии «Гражданская платформа», мы постараемся сохранить такую логику. Но сначала давайте вот мы сделаем такое обязательное для наших передач визитку вашу представим. Пожалуйста, на экране посмотрим ее. Абакумов Юрий Константинович родился в селе Балаганное Магаданской области, учился в Красноярском политехническом институте и в госуниверситете, а также в Академии общественных наук. Трудовую деятельность начал в 1963 году с должности мастера в Красноярском монтажном управлении. Через 10 лет переехал в Норильск, где работал главным инженером. С 1983 года начал законотворческую деятельность в Совете народных депутатов. В 1994 был избран в Законодательное собрание края, где проработал до 2011 года. Сейчас кандидат в депутаты Красноярска. Городского совета. Свободное время Юрий Константинович любит проводить на природе, например, в заповеднике Столбы.